Всем привет, дорогие друзья, и снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Я уверен, что вам понравится сегодняшний салат. Почему? Потому что он будет нарезаться необычно, выглядит очень вкусно и, конечно же, готовится быстро. Ну что, начинаем готовить. Я вам сразу скажу, что этот салат буду нарезать не ножом, как обычно. Все привыкли нарезать капусту ножом, и очень часто не получается нарезать красивую соломку. Сейчас я покажу, чем я буду нарезать. Поехали. У меня есть капуста, а есть обычный нож. Но обычный нож, конечно же, не подойдет. А подойдет нам овощерезка. Друзья, овощерезка делает обалденную, красивую соломку. Главное, тонкую. Сразу получилась капуста воздушная, очень красивая нарезка. Друзья, не поленитесь и просто нарежьте капусту овощерезкой. Тогда получится ваш салат просто обалденный и красивый. Отправляем нашу капусту в миску. Мы сейчас с вами приготовим очень вкусный, интересный соус. Берем стакан от блендера и отправляю в него 100 грамм йогурта. Йогурт у меня классический, без всяких добавок. Теперь опускаю блендер вовнутрь, и нам нужно йогурт взбить буквально секунд 10. Так, теперь отправляю масло подсолнечное, без запаха, без всякого аромата. Нам понадобится где-то грамм 50-60, отправляю тонкой струйкой. В этот момент взбиваю. Отправляю также пол чайной ложки с горкой горчицы и хорошую щепотку соли. И снова взбиваем. И заправляем наш салат. Осталось хорошенечко перемешать. Вот у нас получился очень красивый, вкусный и полезный салат. Сюда можно еще отправить копченые вкусные грудинки куриные или ветчины вкусные, даже креветок. Друзья, очень вкусный, очень интересный салат получился. Пробуем. Просто бомба. Обязательно готов, друзья. Если вам понравилось, конечно же, ставим лайки. Подписываемся, делимся с друзьями. Друзья, не пропускайте следующих моих интересных вкусных роликов. Я с вами прощаюсь до следующего видео. Всем пока.